Не секрет, что современные дети гораздо меньше времени проводят в движении, в отличие от их родителей, которые самостоятельно бегали во дворе при любой возможности. Именно поэтому в последние годы развивается такое направление, как детский фитнес. Спорт очень важен для детей. С детства нужно прививать детям любовь к движению, чтобы дети больше проводили времени не на улицах, а в зале. Детский фитнес отличается от взрослого, потому что я детям даю так и растяжку. Играем с ними, мы приходят на занятия, не отвлекаются от этих компьютеров, от учебников. Они просто, им нравится заниматься. Вот. Другая сфера деятельности у них. Этот проект под названием «День двора» придумали в фитнес-клубе «Космос». В программе физические упражнения, подвижные игры, конкурсы и веселые старты, а также розыгрыш клубной карты среди самых активных участников. Ну, здесь очень интересно. Мы услышали громкую музыку и решили прийти. Очень много детей. Детям понравилось, что выступали. Очень много игр. Особенно нам понравились сладкие подарки. Вообще ребенка можно отдавать с 3-4 лет. Это хоть моя рекомендация, потому что сам рано начал заниматься спортом. Соответственно, сейчас видны результаты, то это как бы в дальнейшем сказывается. 1,5 часа на улице пролетели как 1 минута. И, судя по всему, недовольных среди юных любителей фитнеса не оказалось. Все-таки есть в физической активности нечто такое, способное поднимать настроение.